Так, Илюхин вместо кого? Поворачивай сюда. Диля! Под старой бесшатой. Поверни, а вместо Леона. Ну и чё, не бави вместо подовика, да? А Чулибаев вместо кого? Так, и третий Ярыгин вместо Лева. Засрал. Слишком сильно. В конце первого тайма мяч в ворота команды «Авангард» 2 забил играющий под номером 55 Михаил Русаков, химик Новомосковска. Я не ошибся. Thank you.
что вы так-то кричите постоянно. Наши гости, команда «Химикного Московского», «Кубок Красный», ворота защищает Александр Шептуха, номер 1, 32-й Роман Балаян, 23-й Роман Паламакин, 88-й Василий Орешкин, 44-й Артем Зембра, 12-й Игорь Головин, 9-й Спартак Соколов, 53-й Илья Рыженков, 27-й Артем Кулыгин, 55-й Михаил Русаков и 11-й Павел. Полной команды Роман Анатольевич Титов и Арсен Александрович Балаян. Правильно, зачем? Авангард 2, Курск, футболки белые. Ворота защищает Александр Дорохов, номер 16. Вместо игравшего по номерам 77 Михаила Максима Леонова, на поле по номерам 27 вышел Андрей Ерыгин. 4-й номер Илья Балышов, 86-й Денис Соников, 14-й Максим Андреенков, 6-й капитан команды Сергей Михайлов. Вместо игравшего под третьим номером Александра Кобряка на поле под номером 83 вышел Бахадур Чулупаев. Вместо игравшего под номером 22 Алексея Шатохина на поле под номером 70 вышел Александр Алексеев. 15-й номер Николай Огурцов, 9-й Артем Мотов и 11-й Артем Жмакин. Старший тренер команды Альберт Валентинович Васильков. Тренер команды Михаил Вячеславович Некрасов. Замысленная возня. Это типа попали под пресс. Как не под пресс? Судья матча Сергей Матыш, город Воронеж, помощник судьи Сергей Корчухов и Николай Стыкин. Оба город Смоленск. Резервный судья Деловар Джаборов, город Рынск. И диспетчер матча Юрий Михайлович Яченко, город Смоленск. Блин, пацаны, не чудите. Один! 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 Один!
Магомета не хватает с длинными ногами. А что с Магометом? Перелом. Перелом? Он уже играл. Кто матч получил? Ну бей, ёп! Не украсник по краулу. Да, он на костылях здесь шарился. Раньше надо делать огурец. Да. Один, один. Ага. Да. Пас, пас. Да не надо. Да что ж ты все засрал? Thank you.
номером Сергея Михайлова. На поле под 24 номером вышел Роман Харченко. Сколько раз сегодня химик простил наш, а? Благодаря своей кривоногости. Блин, ну это не защита, да? Что-то я первый раз, если честно, сколько был, вижу, что наши так... Стоячие. Ну так в защите играл. Согласованность полнейшая. Чтобы пацаны чудят не по-детски. Михаилу Вячеславовичу надо брать ремень и ремня. Ну что за... Что за передача? Игравшего под 86 номером Сотникова
На поле под номером 5 вышел Евгений Коростылев. Стоят, ждут мяч. Рома, заряжай. Место мотки. Или жмак. Ну, покажи по-человечески. А, вместо огурца. В команде «Авангард-2» вместо игравшего под 15-м номером Николая Огурцова на поле вышел Евгений Коростылев, номер 5. Чего? Витя! Видите, на поле вышел под номером 7 Роман Минаев. Ладно, извини. Что это? Что это? Блин, пародия. Давайте заканчивать уже. Да пытается, да, но с такой защитой, блин. Защите так играть нельзя. Бездарно. Хорошая. 11. Человек команды «Авангард-2» забил Павел Печкин, номер 11, химик Новомосковск. К этому все шло.
А? До того, блин, разобранные какие-то. Бестолково. Правда, вчера на дне города были все организовано. Тыр-тыр. Здесь уже тут ячейка. Да разобранная миссия на плечи. Замена в команде химичного масла. По месту игравшего под 12 номером Игоря Грудина. На поле под номером 51 вышел Никита Адоев. Yeah.
страшно, что ж ты так тут бестолковый, а? Удалять. Умышленно. Блин, ну бей, беги, ну. Бессмысленный и беспощадный футбол, блин. Что там было? Yeah.
Челик я соскочил. Играют 1-2, летят. Тут не защита, проходной двор. Ну, добавлено сейчас поверху. Ага, хорошо. Вы доехали, нормально все. Замена в команде «Химик» за Московского. Вместо игравшего под 11 номером Павла Сечкина. На поле под номером 63 выходит Кирилл Ганин.
5 или 4? 3. Нет, или 4 или 5, раз он сиканул. Рома, положи дурочку какую-нибудь туда. Мотов в Липецке уже забивал. Это второй мяч. Дорогие друзья, должен извиниться. Это второй мяч нашего ворота. Ну, давай, Жмак. Выдерни что-то. Я смотаю. Да, там 5 человек.
наша разобранная сегодня. Я говорю, это на себя не похоже вообще. Ты не играл. Защита вообще сильная. Страшное дело.